Собрались мы на Пактуху, вот начало танковой дороги. Мы будем ее проезжать почти всю и выедем дальше мы к водопаду, там где начнется полная жопа. Привет, ребята! Сегодня у нас большой праздник, 9 мая, с Днем Победы, всех поздравляю! Напишите в комментариях, как вы его празднуете, а мы едем на Покатушке. У нас очень большая компания сегодня собралась, в том числе к нам гости с Николаева приехали. Это более 600 километров человек приехал, чтобы с нами покататься. В общем, несколько дней назад у нас большие дожди были, ну прям очень большие. И мы поехали на танковую дорогу. Все в лужах, я уже отсюда вижу. Короче, сегодня заруба очень большая будет. Будет Volkswagen Passat, ваш любимый, полноприводный, легковой, против Бигфута нашего и много-много других автомобилей. Поехали. Так, ну что, друзья, мы на танковой дороге. Сегодня Range Rover наш боевой ведет всю колонну. Машин очень много. Интересно. Дяденька. Далее едет соточка у нас. Ребята, мы уже перед препятствиями, хюндайчик, но слава богу он полноприводный, будет пробовать вот это вот все переехать. Здесь нужно ходом ему. Для Бигфута это совсем не препятствие. Ребята, хюндайчик смог. Он самый первый пробивает дорогу. Эх, пошел красавчик. Сейчас будут япошки бороться между собой, кто кого круче, Lexus или все-таки Land Cruiser 100. Одинаковая резина, ну практически, да, там плюс-минус. Боком раком как-то автомобили там перескакивают по луже, потому что она в центре очень глубокая. Как-то бычком обходят. Сейчас посмотрим, как Lexus будет лупашить. Посмотрим, что покажет 570-й здесь. Аккуратненько едет. Закрой люк! Давайте трос, потому что сейчас в салоне вода будет. А пока там наши пацаны рубятся, мы здесь решили подснять. Потому что здесь тундра боролась с этой ямой, но ходом взял ее. Весь переделан. И вот звезда Ютуба едет.
других автомобилей. Со времен СССР еще здесь дубасят. Это гости с Николаева. Land Cruiser 100 на механике. 4.2 TDI мотор. Стоковая резина, наверное, 33-я. АТ-шка. Не Васик вообще на стоке. Друзья, давно вы мне рассказывал о фирме Днепро-М. Уже более 2 лет мы работаем ихним инструментом. В принципе, за эти года больших проблем с инструментом не было. И сейчас, совместно с Днепро-М, мы решили разыграть шуруповерт среди вас. Условия очень простые. Быть подписанным на наш канал, на канал Днепро-М. Оставить комментарий, для чего вам нужен шуруповерт. Также в комментариях укажите свой инстаграм, или вайбер, или почту для связи с вами. Кстати, сейчас на сайте Днепро-М очень большие скидки. Ссылку на них я оставлю в описании. Ну а я поехал назад проходить непроходимое место. Саня возвращается в очень серьезное местечко, где, скорее всего, сядут все здесь. В общем, вытащили мы нашего Бигфута, ребята. Сел он, попробовал, там прям очень жесткое болото, очень пол колеса было в говнище. Ну вот патрол будет пробовать на том месте, наверное, но это будет нечестно, потому что колея как бы уже натоптанная, согласитесь. Если бы он рядышком новую колею себе нарезал. Land Cruiser что-то соточка заглох в воде. Сейчас вытянем, посмотрим, что с ним. Как вы думаете, боевой Passat проедет или нет? Пробует патрол за Бигфутом на тракторных колесах. Только что вытянули назад, что-то там помыл и завелась, и выехал своим же ходом, ну, через лужу проехал. Субарь пробует. Больше газу. Давай чуть назад. О, все. Нет, Денис, хай вперед ходом, наверх туда поднимайся, прямо назад. И на руля, и назад. Вот так делай. Нет, назад. Денис, покажи. Газу, назад, да, прямо.
Тундра берет ходом. Красавчик. Так, дальше держим путь на горку. Горку берет Бигфут на холостых. Напомню, мосты у него расширенные унимоги и 52 колеса. УАЗ также пытался выехать на холостых. У него, кстати, военные мосты и злая резина Сильвера, но, как видим, она закапывается. Так, ну а боевой Пассат берет эту горку ходом, ну а мы едем дальше. Так, ну что, сейчас мы наблюдаем лужу, в которой практически все теряют передние номера. Посмотрим, сколько их останется в этот раз. Ну, Бигфуту потерять номер, мне кажется, это не страшно. Потому что высота до номера где-то 1.5 метра. Митсубиси будет ходом. Ну что, первый номер пошел. Не знаю, как вы, но я жду тундру. Тундра в этой покатухе знает толк езды ходом. Вот это жесть. Кстати, тундра потеряла номер в этой же колюже на прошлой покатухе. Это законно вообще? Красава! Вот так вот, ребята, нужно ездить. Ну что, теперь смотрим на Toyota с передним номером. Пока искали номера, Toyota уже присела. Ставший.
Так, какую траекторию возьмет украинский автомобиль с тракторными колесами и русским сердцем, двигателем от Жигуля? Чуть-чуть еще, но... И яма тут огромная, на Бигфуте мы налегке, а Toyota 60 борется. А когда-то здесь... легковой автомобиль Volkswagen Passat проехал. Сейчас он будет пробовать здесь. Выехал, сейчас будет с разгона проб. Уже сел там. Чуть-чуть. Вот еще. Сейчас будет с разгона, пацаны. 4 литра, походу бензиновый двигатель. Патрол 2.8 турбо на мостах Лапландера. Я думаю, вообще здесь будет, как говорится, по асфальту ни о чем. Ну, сейчас длинный автомобиль Toyota Tundra 5.7. Посмотрим, что он сможет показать. А, вообще ходом прошел. Так, ну а мы держим путь на танковую переправу. Здесь это так, разминочка. Так, ребята, только что мы приехали танковую переправу, и начала пропадать мощность мотора. Я думаю, что мы опять хватанули воды в воздушный фильтр. Но это не беда, у нас есть запасной, пойдемте смотреть. Проблема.
проблема была в воздушном фильтре. Сейчас будем пробовать заводить. Проблема ушла. Так, мотор шепчет, погнали за саней. Сегодня он здесь сидел. Ребята только что брали это болотце на Бигфуте, да? А тут ребята говорят, что сзади что-то вывалилось. Поршень. Поршень, да? Смотри, вот голова высовывается. Тут клапан. Клапаночек. Вот такая вот черепаха у нас. Ладно. Смотри, чуть-чуть. Нет? Сейчас еще телефон откусит кусочек. Ребята, а ваш Passat так сможет? Ребята, покатушка у нас заканчивается, Volkswagen с открытым капотом, и что-то там не заводится. И Бигфут стоит, непонятно, что-то ждет. 62-й патрул.